Легендарная серия картин «Цифры на сердце» снова в Минске. Именно эта экспозиция Михаила Савицкого еще в 80-е годы вызвала широкий резонанс и сделала его имя таким известным. Кульминацией творчества мастера стали работы, посвященные Великой Отечественной. И цикл «Цифры на сердце» Савицкий посвятил трагедии концентрационных лагерей. Художник сам был узником фабрик смерти Дюссельдорфа, Бухенвальда и Дахау. 16 трехметровых холстов выставлены в Музее истории Великой Отечественной войны.